Слушайте внимательно. Чтобы получить статус официального, неофициального сплинтерселла, вы должны быть абсолютно незаметны. Основная задача – получить информацию из архива. Ни при каких обстоятельствах нельзя убивать вице-президента Метейроса. Я готов. Я готов. Давай по-быстрому. Я готов. А ты? Да, ты спятишь. Это же мусор. Идет как из ветра. Вот почему он мне нравится. Он смывает с тебя твою грязь. Давай. А нет, стой. Подожди. Давай. Я здесь. Ой. Отлично, с тобой. Я тебя жду. Супер. Время чего? Правильно, время сохранения. Придется подождать, пока этот говнюк покурит свой снабл. Эль Нобл Сигара. Или он тупо встал для того, чтобы его отбить. Какого цвета у меня белье? Отвечай, быстро! Он не знает. Да, чувак, мы здесь у него. Черт, что за ерунда? Это все призраки прошлого, чувак. Ни больше, ни меньше. Иди футбол смотри. Ну, иди смотри, говню. Да, а кто тут был? Вот людям делать нехуй, ёбаные португальцы. Наши бы охранники напились бы и пьяными бежали бы. Лучше, что он дверь не выйдет. Да по барабану. Стоп. Дэв, ты это тоже видишь? Да. Это охренеть. Мы как-то сломали скрипт. Вернее, скрипт сломался, потому что я был в темноте, когда ты начал лампочку глушить. Я просто в шоке. Так. Как он тут вообще оказался? Ладно, я глушу. Вот. Разойдись, буду ломать с разбегу. Все, давай. Давай, глуши.
Все, пошли. Пошли. Это охренеть можно. Я думал, он сейчас меня найдет. Вот именно, слава богу, что не нашел. Жужжит. Как безопасности найдем. Серверно. Это же сборки, Питерс. Меня очень удивило, как тот чувак оказался посреди холла, сидит на корточках и кричит: давай забивай, гоу. Это было нечто. Так. Это вообще просто полный абзац. Пошли. Тут у нас кто? А тут у нас никого. Тут же один чувак должен быть. Ну пускай выходит. Главное, дверь закрыть не забыть. Что, его нету? Главное, двери не забывать за собой закрывать. Вон тут там. Пускай ходит себе. Думает, что он полностью защищен. А мы просто дали ему шанс выжить. Дев. Выходи кончать прататься. Пошли уже. Погнали. Так, а тут надо будет нам сохраниться. Этот момент я ненавижу. Так, здравствуйте. Я готов. Ах, как ярко. Великай, я готов. А ты не беспокойся. Так, что же мы теперь с ними будем делать? Творится. Давай поменяем схему. Я пытаюсь его отвлечь лампочкой. А ты сейчас... Да, ты сзади него подойдешь. Я скажу, когда. Сейчас еще. Давай, выходи оттуда. Окей. Поздно сработали. Стой, отойди в тень, он будет назад возвращаться. Не успели синхронно сработать. Куда он пошел, блядь? Сука. Ни следа. Ни следа, есть он пень. Тут никого нет, чувак. Меня тут не заметят? Нет. Сейчас ты заметил. Блядь! Не заметил. Да, не заметил. Прям на меня наткнулся. Ладно, давай тогда ты подкинешь меня сюда в анал. Чего ты ждешь? Сам побалуешься за светом, пока он не подойдет. И скажешь, когда он вышел из своей коптерки. Окей? Я что-то там увидел. Один. Что, так и задумано? Так, он будет. Я понял. Все, можешь отпускать досить, я его уже вижу. Чтоб музыку, как у Чарли Чаплина, включить. Тут тебе такое зрелище. Один готов.
глаза блестят, как яйца у кота у него. Оба. О, можно на стрелочки ходить. Угу. Я танцую ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Та-та-та-та-та-та-та. Ча-ча-ча. Тут на стрелочке ходить так же, как на ВСД. Это помещение. Да, стрейф. Пусть вице-президент пройдет сканирование на одном из сканеров. Для второго сканера сгодится любой другой служащий банка. Пусть любой служащий банка. Сканирование на одном из сканеров. Готов. Для второго сканера сгодится любой другой служащий банка. Что-то я его долго держал. Хорошая работа. Теперь давайте посмотрим, что у них есть в архиве. Давай по... Давай поронимся в грязном белье. Что с этим делать? Пускай стоит, она мне мешает. А он удивит. Пускай видит. Не-не-не-не, только не так. Я убивать не буду, да. Итак, поиграемся. Покажу. Ой, как... он повернулся и пошел по лестнице. Привет, чувак. Я тут походу. Нам не нужны лишние жертвы. Что я могу ходить перед ним? А хватит, тебе уже стоять. Не могу так всех делать деньги. Блять. Похоже, в этих файлах не все данные. Утром было проведено резервное копирование на главный сервер. Надо проникнуть туда. Второй этаж, противоположная сторона здания. Спокойной ночи, малыши. Чем больше мы проходим с моим интернетом, тем больше вероятность его падения. И это меня пугает. Ой, вот этот момент я ненавижу. Хотя, может, в принципе, попробуем без него как-то. Хотя, ладно, погнали, хуй с ним. Не, если можно без него... Я не знаю просто другого обходного пути. Он есть, наверное. Возможно, есть. Скорее всего. Это твоя первая ночь здесь. У него такой противный голос, как будто он озвучивал фильмы в 90-х. Осторожнее с вице-президентом. Он, похоже, сходит с ума. Он, конечно. А что им еще делать, как не сходить с ума от денег? Money and bitches. Тихо. Что ты делаешь? Выйдет вот этот вот. Выйдет, выйдет. Так, теперь мой звездный час. Выходи, давай, выходи. А я не просил, что, собственно. Блин, жаль, эти камеры разрываются. Что это было? Это мы чем-то обменяли. Патронами для пистолета, да? Нет. Ты мне 20, я тебе 20. Хороший обмен. Нет. Я тебе дал камеру. Так, пойдем потихоньку. Ни хера не видно только. О, стоп, можно, по-моему, вот тут-то пройти. Так, пойду сеть лампочка. А куда идти-то? Направо от меня. Так, сейчас, секунду, я лампочку... До лампочки... Пошел. Открой дверь, зайди. Надо посмотреть.
Я не могу. Так, окей, занимайся. Это... Чувак стоит и не двигается.